А вот посмотрите, к еде манго присоединилась Белла. Она, говоря образно и по-простому, она сбежала. Белла, ты сбежала. Вот посмотрите, она сбежала. Обычно она убегает, но сейчас она вот поменьше. Видите, все, побежала бегать. Вот видите? То есть, да, вот Андрей говорит, она набегалась. Она действительно набегалась, но она, видите, все-таки еще не готова прийти. Вот Анда очень быстро прибегает. Видите, возвращается сама, посмотрите. Думает, зачем мне столько бегать? Я уже устала, хочу попить воды. Видите, пошла пить воду, помыть ноги. Видите, это место для мытья ног. Вот она пришла помыть ноги здесь. Давай, Белла, мы тебе... Вот, видите, улеглась. Видите, довольна. Довольная Белла. А, Белла, ты довольная? Видите? Видите, все у нее хорошо. У Беллы все хорошо. Всем новости. Кто переживал за Беллу, пожалуйста, вот Белла вам передает всем привет. Говорит, что у меня все хорошо. Посмотрите. Она принимает ванну. И, в общем-то, все у нее в порядке. Давайте еще глянем. Белла, скажи, что у тебя все в порядке, потому что люди беспокоятся. Из далекой холодной России люди беспокоятся о тебе. Все ли у тебя окей? Посмотрите, она довольная, просто довольная. Давайте посмотрим на нее. Вот. Видите, вам всем привет. Водичка пошла. Водичка пошла. Пошла. Видите? Все было. Вот. Вот, видите, поедание манго продолжается, видите, вот все манго уже, а вот еще остались. Вот посмотрите, вот сколько манго здесь. Вот это все кожура, шкурка от манго. Вот, едим. То есть, вот представляете, если вот это все еще сохранить, и чтобы не посрывало, а оно действительно... Проблема в чем, что с этими детьми, которые прибегают, да и взрослые, они начинают срывать, как только она еще зеленая, понимаете? И очень мало манго реально... дозревают до спелости. А вот если мы сделаем все это с охрану здесь, то мы будем получать просто спелое манго. И будем есть сочное спелое манго, которое действительно очень и очень вкусно. Давайте проверим, что там у нас Белла. А Белла никуда уходить не хочет. Посмотрите, как Белла здесь устроилась. Вот. Все у нее в порядке, да. Вот устроилась, все лежит, все у нее хорошо. Видите? Угу. Вот, все, сейчас будет пить. Вот, друзья, вот вам наши маленькие зарисовки из манго-хауса. Вот. Раз, видите, все приняли за работу. Раслин тоже пошла что-то делать. Поели, и все отправляются по своим делам. Ну, приятное время. Видите, как раз сейчас такой закат. И через полчаса уже будет темновато, темно. Через час точно темно. И вот как раз пришло время расслабляться, отдыхать. Давайте, что еще там с Беллой нашей? А Белла никуда не хочет уходить. Раслин, look what Bella. Вот, видите? Видите, Раслин говорит, иди домой. Белла, иди домой. Она не хочет, довольная, потому что очень счастливая. Вот, так ли, видите, даже животные на Филиппинах очень счастливые. Видите? Вот наша кухня здесь поживает. Все здесь, что, смотрите, что-то здесь уже зажаривается. Что-то готовится. Пшикает. Скоро будет что-то готово. Ну, уже вечер, поэтому мы и... Я тоже буду уже немножко голодный. Скоро Раслин что-то приготовит. А до матка кто-то лазит. Видите, кто-то сейчас там и что-то собирает, по-моему, но уже поменьше, конечно же, потому что вот проволоку мы повесили сегодня. Проволоку повесили. Вот так. Вот, друзья, такие наши зарисовочки из Манго Хаус, Филиппины, Панлау, Бахол. Всего хорошего, до связи.